Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Саша Драгин, и сегодня, ребят, наконец-то видос, причем по Motor Depot. Сегодня, ребят, мы пойдем таксовать первый раз на моей шестерочке, которая, кстати, мне досталась от деда. В общем-то, вот мой дом, запоминайте, потому что он много-много раз будет у нас в видосах. Короче, давайте садиться, прогревать нашу машину. А для начала надо забор перепрыгнуть, потому что как нормальные люди мы, я не могу. Так, тунь, тунь. Нет, нифига, да? Ну ладно. Идем. Нормально, как нормальные люди, я не могу. Чтоб через дверь. Надо попрыгать. Давай, перепрыгивай. Нет, не хочешь ты. Так. Окей. Угу. Не, я знаю, ребят, что делать. Вот тут-то. Так, давай. Опа! Ты что, серьезно, что ли? Кстати, кто сейчас видел, тот это. О! Нашел. Одну щель нашел. На самом деле так не должно было начинаться начало видоса, но ладно. Да блин. Что за херня? Зашибись, я еще и застрял. Так. Бочком, бочком, бочком. Угу. Ну, давайте с разгончика так. Чух, 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 чух. Хоп. А чё не прыгнул? Господи. Так. Ну, зачем они мне? Так, ладно. Побежали. Давай, почти. Блин, ребят, я не знаю, что делать. Начало очень хорошее. Ребят, давайте я, короче, сейчас все сделаю и, короче, возобновлю видно запись. В общем-то, народ, все. Короче, машина прогрета, я перепрыгнул. Давайте таксовать. Так, погнали тогда в серпов, да, сразу же. Так. Вторая передача. Все четко. Лаги есть. Мотор тупот, это хорошо. Шутка, ребят, шутка. Так. По идее, тогда должно сейчас пролагать, потому что... Стоп. Можно карту? Угу. Ну ладно. Блин. Разворачиваемся, ребят. Все, пацаны, развернулись. Я как бухой тут еду. Так. Едем. Едем. Чуть человека, ребят, не сбили. Это тоже нормально. А что, в серпов надо, да, отвезти? Серпов мы можем отвезти. Погнали.
Так. Ребят, кстати, насчет роликов. Вообще должен был видос выйти, почему так, когда будут ролики. Но тут я внезапно, у меня появился телефон. Хотя до него еще до 20 июля. Ну там тоже мощный телефон будет, да чё. Вот. Как бы там мотор. Депот уже на средненьких можно снимать будет. Кто видел сейчас, как я на средних играл, как бы с лагами. Но иногда без лагов бывает. Вот. Как бы... Ну, это вообще новые возможности для меня и для моего канала. То есть, Motor Depot я давно хотел снять. Ну, я думаю, нас ждет успех. Вот. Ну, в общем-то, мы подъезжаем уже, кстати, к Серпову. ДПС. Так. Ну, ошибись. До ночи, ребят, где-то будем кататься тут сейчас. Тихо, тихо. Так. Так-то не так надо было заехать, но ладно. 10, 9, 8, 3. Так, все окей. Сколько у нас там? 13, 57. Зашибись. Так, ну что, еще один получается. Ночью, чтобы домой не ехать. Часиков до 6 вот поработаем. Неизвестно, куда сейчас надо будет ехать. Так, поехали. Так. Погнали. Кстати, ребят, КСС тоже будет выходить. Я про него не забыл. Видел, там обновления выходили, я за обновлениями очень сильно, ну, как бы следил. Вот, но, в принципе, по поводу обновлений могу сказать то, что, как бы, ну, такое себе. Все ожидали другого, наверное. Не знаю. Так, нам куда ехать-то надо? Пертуры? Ну, ладно. Пертуры так пертуры. Так. Полетели. Ля-ля-ля, да. Так, чё, машина? Так, гонщик. Хопа, все по правилам. Ну, почти, наверное. Не знаю. Почему меня встречку несет? Господи. По идее, если бы тут был трафик, ну, такой нормальный, то меня сейчас на этой скорости на встречке бы уже снесло. Мы, ребят, с вами не ехали. Так, я что-то хочу... Блин, тихо. Я хочу снизить скорость. Пожалуй. Я не хочу так сильно ехать. Где-то что там? 80. 90 где-то. Так. Ехать будем. Километр остался. Да блин. Так. Так, что сейчас деревня получается? Там по прямой все. Тихо, что-то расшатало меня, как бухого человека. Так, по идее же прямо, да, мне нам... А нет, все-таки... Ай, тихо. Все-таки поворачивать, ребят, нам надо? Будет. Я что-то думал, потому что можно через все заехать. Оказывается, нет. Тихо. Так. Еще бы, конечно, ребят, в онлайне хотелось поиграть, но на записи, я думаю, тупо лаги будут.
Тут в одиночке-то идут лайки. Хотя хрен его знает. Когда я пробовал записывать ролик, ну не ролик, просто пробовал это, на запись, как все будет проходить, записывает вообще или нет, как бы вообще идеально, на средних было даже без лагов, а тут что-то как-то такое, начало с лагами быть. Кстати, ребят, который, вот этот, который я делал ролик, ну, я его монтажил, он выйдет в мою группу, все знают то, что у меня, тихо, все знают то, что у меня есть своя группа, да, ВКонтакте, вот, также подписывайтесь на нее, ссылочка в описании, ну и ссылка на, бля, пипец, ссылка на видео, которое я тоже делал сам, специально для группы. Она тоже в описании будет. Как бы смотрите, наслаждайтесь. YouTube, конечно, закинуть не могу, так как она с авторскими правами. Авторские права нам не очень нужны. Поэтому обойдемся без них. Так, едем мы дальше. Туда, куда я и думал. Трафика сегодня не видно. Ай, тихо, 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 блин. Фу, ребят. Чего в аварию не попали? Капец. Иначе тут сейчас бы была уже скорая, полиция. Возможно, даже пожарный. Хотя, в принципе, скорость не такая большая была, так что, по идее, не должны были врезаться. Вот тут, ребят, по речке прикольно было бы ездить. Если бы она была. Блин, там стен. Их как бы убрать оттуда. И вот по речке щеголять. Прикольно будет. Так. Это что, мы рабочего привезли, что ли? Рабочего Макдональдса. Макдональдс Пикчерс представляет. Так, 50 рублей. Короче, ребят, все. Надоело мне ездить. Не буду больше таксистов работать. Все. Увольняюсь. Во-первых, я хочу посмотреть. Ну, доехать я как раз успею, да? По идее, до 6. Поворотник не включен, все, ладно. Как бы больше, ребят, не будем работать мы таксистом, это скучно. Будем работать автобусником, там, грузчиком. Ну, я на грузчика пойду, водитель. Там, песочки, песок будем возить. Накопить единственное надо все. Денежки. Чтобы купить КамАЗик. Так. В принципе, у меня вот на шестерочку хватило. Ну, она одета, конечно, осталась. Но как бы тоже тапает только так. Еще и вид спортивный. Перекрашивал, кстати, ребята, я сам ее. Так уже вечереет. Вот как бы спортивный вид ей придал. Так, что тут по дороге, как думаете, мне кажется? По дороге или по туда ехать? А, в принципе, поехали по туда. По другой дороге. Но не в кувет. Главное, не в кувет. Так, поворачиваем. Тут не ближе. Угу. И все, ребят, тапок в пол. По этой дороге никто давно не ездил. Это я могу быть уверен. Тут можно и по встречке тут тапать, и как бы... И не по встречке. Главное, в кувет не улететь. Так. Мы, походу, к ночи приедем. А если бы сейчас брали с вами, ребят, вызов, то... Мы только к утру. Блин. К утру только приехали бы.
Меня начинает таскать. Тихо, 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 тихо. За рулем пьяный водитель. Осторожно. Так. Не знаю, почему меня начинает... Вот, ребят, все не могу понять. На большой скорости так жестко растаскивает меня, это пипец. Надо на кнопках попробовать. Это не так удобно, конечно, но все же. Попробовать, думаю, стоит. Так, полетели по волнам. Наконец-то мы доехали, ребята. Так. Опа. Так, все, наручничок поставим. Вы... Ёлы-палы. Блин. Ребят, просто посмотрите на это. Ай. Как я смял. Пипец. Да. Ладно, ребят, я думаю, надо заканчивать. Хрен знает, еще сколько ролик сейчас идет. Если он вообще шел. Короче, ребят, увидимся в следующем видосе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Те, кто не подписан. Ну, в принципе, пишите еще комментарии, я их лайкаю. Предлагайте свои идеи по Motor Depot. Разные игры тоже предлагайте, которые снять. Вот. Одобрю. На следующем видосе скажу, кто что предлагал. Ну, прям комментарий покажу. Вот. Как бы, ну и на этом все. Всем пока.